Всем привет, мои хорошие! С вами Катя, это канал JJ Family, и это у нас My Memory of Us. И тут расползлись слухи, что здесь можно покушать до отвалу, так как сейчас стал дефицит с едой. И сказать, что в этом месте очень-очень много продуктов, и каждый может съесть столько, сколько сможет. Ну давайте пройдем и посмотрим, сможем. Причем, заметьте, только в красном, только красные дети могут проходить, то есть в красном. В красной одежде. Нет, тебе, говорит, нельзя. Нам нельзя. И это печалит. А что мы можем сделать? Ага, типа... Пойдем, я тебя покрашу, да? Ну-ка. Так, здесь... Здесь, получается, наоборот, красным, да, нельзя? Угу. А, ну пока-то я могу пробегать, что-то я туплю. А, это потом, наверное, когда нас покрасят в красный, мы сможем... Уже... Шкериться, так сказать... Ага, нам нужен какой-то код. Ну-ка. Так, 7, 3, 6. Давайте попробуем 7, 3, 6. А. Все, у нас с первого раза получилось. Ох ты! А какой тут код? Нам, наверное, нужна другая карточка. Ну-ка. Надо включить, да, питание? Оно не включено. Хорошо. О, еще какое-то воспоминание у нас. Угу. Поползли. Нам нужна карточка, но другая, потому что это у нас не работает. А-а-а! Так. Угу. А что, как-то мы можем двигать ее, нет? Скорее всего, потом мы можем посмотреть, что нам надо. Какой код там? У нас нет. У нас сегодня нет питания, нет питания. Давайте включим тогда питание. Все, везде у нас включилось питание. А, нет. Нет, это нам надо будет потом. Нет, это у нас все потом, все потом. Вот сейчас мы, наверное, сможем разглядеть, что у нас на пропуске написано. Так, у нас 7, 3, 6, да, было? Где мой карандашик? Так, 7, 3, 6. Давайте, смотри, семерка у нас как какая-то буква G. Так. 7, 3, 3, это у нас просто полосочки. И 6, это какая-то буква Z. Ага. Отлично. Значит, спускаемся и идем открывать. И потом мы, наверное, дотолкаем сюда бочку, чтобы нам залить и перекраситься. Ну, это мы, наверное, потом нажмем. Так, давайте сейчас проверим нашу теорию. Вот это и вот это. Да, все правильно. Потолкали эту бочку с краской. Вот так. Не хотели мы быть красными, но придется ради того, чтобы нам покушать. Я думаю, что там не все так просто. И не просто именно изгоев, потому что
люди с красной одеждой, они изгои. Не зря же их кормят. Может быть, их потом захотят съесть? Все может быть. Вот сейчас мы это узнаем. Так, давайте к крану подойдем. Нет, нет, нет. Ага. Так, отпусти теперь вот это. Ага. И все, и опускаем краску. И все, идем краситься. У нас сейчас, наверное, будет кепка красная, потому что, судя по картинке, у нас только кипченка покрашена. А все остальное, как было, серо-черно-белым, так оно и осталось. Да нет, смотрите, еще кофту и башмачки покрасили. А как нам теперь выйти-то? А, вот же, точно. Ну вот теперь у нас опять будет тут стелс. Потому что нам запрещено быть в красном. Оп. Побежали, побежали, побежали. Ну, ты отвернешься, нет? Так, идите туда, говорит, дебил. Блин, да ладно, увидели. Обидно. Все-таки увидели. Ладно, погнали. Раз. Сейчас эти разойдутся. Так, главное аккуратно, не торопиться. А то, как обычно, торопимся. Все, стоим тут, ждем, когда они уйдут. Ага. Эти дебилы друг друга гоняют, да? Так, нам, наверное, надо дождаться, когда он с этим будет разговаривать. Все, пробежали. Все, пойдемте теперь кушать. Теперь мы сможем поесть наконец-таки. Смотри, я во всем красном. Да, ой, она у нас не кушает, смотрите, потому что нас нет. Нас в чем-то закрыли в какой-то непонятной комнате. Это происходило по всему гетто. Нас всех поймали и куда-то везли. Робокороль всех обманул. Я переоделся, чтобы стать похожим на красных людей. Я хотел быть такими же, как моя подруга. Какая бы судьба ни ждала ее, я хотел эту судьбу разделить. Поезд мчался по ночному небу, унося нас, красных людей, далеко от наших домов. Он вез нас в особое место. В лагерь, который создал для нас Робокороль. Я жагу, что неспроста только красных людей решили накормить. Вот так вот. Захотели покушать, называется. Поели, блин. Всех забрали. Ну не плачь.
Мы что-нибудь да придумаем. Так, что мы можем придумать? Во-первых, что у нас здесь? Так. Ну-ка, подождите. А, ну нам надо через все, да, включить? А, нет, вот так хватило. Хорошо. Так, здесь что мы можем сделать? Так, здесь показывают, как красные люди идут куда-то с едой. Счастливые. Ого. Нам, во-первых, надо вот это, да, открыть. Угу. Взяли ключик. Все, пойдемте дальше. А, мы не открыли вход. Нам нужна еще одна батарейка. Давай быстрее пробежимся тогда сюда. Заберем здесь одну батарейку. Ага. Все, взяли и побежали. Да, тут вообще красных людей за людей не считают. Как бы это ни было прискорбно. Так. Ага. Тихо. Вставляем здесь. Так, подождите, что-то я... Нам надо на выход 2, да? Питание, грубо говоря. Так, подождите-ка. Как нам сделать аж 2 питания сюда? Ой, что-то не то делаю. Хоть куда крути, да? Ой, тихо. Все, поставилось. Какие-то... Угу. Тут какие-то пулеметы стоят. Что тут вообще происходит? Я так понимаю, что нам тут надо будет шкириться. Ага. Так. Тут кнопка не упала, ничего нет. Так, а дальше-то нам как? Нет, так не получится. Блин, да ладно! Ну как? Ты меня увидел-то, гадина. Мне кажется, мы как-то должны... Мне кажется, как-то туда должны мы спуститься. Да блин! А как тогда? Подожди. Ха. Интересно. Ну-ка. А. Ну-ка. Так.
Ну-ка, а если вот так сделать? Нет, там не поднимется ничего. Надо как-то на ту платформу попасть. Вопрос как? Может, теперь, если девочка сделает так? Блин, нет, это пропадает. Подожди. Тогда это немножко идиотизм. Так. Надо будет думать, у нас там кнопки нету, чтобы поднять. Так, ну если я туда перебегу, как у нас перебежит девочка? Так, сейчас подождите, сейчас что-нибудь придумаю. Так. Ага. А мы так сможем? Смогли. Оказывается, так тоже можно. Такс. Теперь так делаем. А, все. Понятно. Оказывается, тоже это было несложно. То ты чё? Пойдем. Тихо, не свалитесь. Блин, я забыла, что это же и она не перегибается, это мы бежим быстро. Ух, тихо. Сейчас чуть не растерялись. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Те, молодцы. Опа. Ой! Надо было, кажется, наверное, быстрее бежать. Я просто думала, что может там кто-то выйдет. Да вы издеваетесь. Быстрее бежать. Все, понятно. Сейчас быстренько пробежим. Оп. Да, все. Успели зайти. Так. Я не понял. Какой-то... А. Тут надо красться. Я так понимаю. Потому что они все спят.
Сейчас бы пробежали бы, ага. Так. Они у нас все закрыты. У него сердце разбито, он кому-то письмо передать хочет. Типа, если мы сбежим, передайте письмо. Нам нужен какой-то ключ. А вот и письмо надо передать. А, вот. Ты же нас письмо взял. Да подождите. А, все, то ничего не надо. Что? Ключ стражника. У офицера этого. Ага. Так, ну давайте. Как нам бы теперь найти эти ключи? Так, ну возьмешь ты за руку, да? Так. Угу. У нас опять малой полезет, как обычно. Вопрос, как мы это сделаем? Нет, нет, нет. Тут надо что-то придумать. Так. Ага. По-другому никак. Вопрос, а что нам надо сделать? Ну-ка. А! Мы, значит, тут будем управлять. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что надо делать-то. Так, тихо. Так, переключайся. Так, подожди, а что не так? Сюда можно надо выйти. Так, а почему у нас не возвращается с ключом? Так, подожди. Может, мы там не доделали ничего? А! Может быть, это вот так надо сделать? А, вот, все. Все, все, поняла. Теперь мы можем пройти. Мы пробежим, теперь можем вот так пробежать. Все. А то думаю, почему он дальше по трубе-то не лезет? Так, ключ мы нашли. Теперь давайте всех, наверное, открывать будем. Так, все, мы их типа домой, да, сбросили? Ладно. Тут, значит, тоже. Мы сейчас всех спасем. Мы как Чип и Дейл постоянно всех спасаем.
Ну и все, собственно. И теперь мы можем сбежать, да? Если у нас получится. Опять погоня какая-то, что ли? Серьезно? Нет. Мы были изобретательными и храбрыми. Мы не сдавались. Мы смогли скрыться от охраны на летающих платформах и добраться до парового двигателя. Мы были слишком ловкими и хитрыми для неповоротливой охраны. Мы были решительно настроены выполнить нашу миссию. Нашу миссию диверсии, спасения и побега. Такс. А этого не надо брать, нет? Что ж, ребят, давайте тогда это оставим уже на следующую серию. Мне кажется, следующая серия уже будет финальной. Не знаю, мне почему-то так кажется, что она будет финальной, раз мы уже добрались почти до главного корабля. И мы тут устраиваем диверсию. Так что оставим все самое интересное на следующую серию, чтобы мне потом не пилить, не резать все эти серии. В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик и вступать в нашу группу, все ссылочки в описании. А на этом все, увидимся в следующей серии, надеюсь, уже финальной. Всем пока!